Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие из Тамбова будет сотрудничать с нашим регионом. Подписано соответствующее соглашение о целевом обучении студентов, их дальнейшем трудоустройстве, а также организации профориентационной работы. По всем трем направлениям будут работать в рамках проекта «Учебный центр». Практика на производстве, обмен опытом, сопровождение молодых специалистов. Один из главных принципов – поменять у молодого человека стереотип о сельском хозяйстве. Профессия агрария может быть не только востребованной и престижной, но и интересной. Сельское хозяйство за последние 10-15 лет сделало большие прорывы. То есть, если посмотреть сегодня, побывать на производстве, это полностью автоматизированное производство, которое современное, цикличное. И где ты придешь работать, тебе потребуются уже достаточно современные знания и навыки в тех же процессах автоматизации, в понимании технологического процесса, в выполнении технологических различных операций. Когда ты понимаешь, что то, чему тебя учат, это не что-то заоблачное, там твой диплом будет лежать где-то на полке, а ты действительно применяешь полученные знания и навыки уже на производстве, ты знакомишься с коллективом, с профессионалами, которые тебя будут сопровождать. Отметим, наряду с Министерством образования нашего региона к проекту также присоединились коллеги из Тамбовской области и Приморского края. Начать обучение в рамках программы студенты смогут уже с 1 сентября.